Я люблю петь, танцевать, рисовать. Еще я в школе люблю сидеть на уроках там, играть со своими сестрами, смотреть телевизор. И я очень люблю свою семью. Анечке только 8 лет, но она очень любознательная и общительная девочка. Как и все дети, любит играть, рисовать, а больше всего петь. В творческой копилке юной артистки уже много различных наград. Младшенькая Катя, с которой Аня подолгу играет, тоже берет пример со старшей сестры и уже готовится к своему выступлению. Всего у Анжелы и Валерия Лысых 4 детей – старший сын и 3 красавицы дочки. В этой большой и дружной семье много добрых традиций, одна из которых – все вместе собираться за уютным праздничным столом. Конечно, обязательно окончание учебного года и День защиты детей в кругу семьи. За чашечкой чая с тортиком обязательно. В преддверии Международного дня защиты детей к Анечке, ее брату и сестричкам пришли необычные гости. Веселые клоуны сразу же предложили малышам немного пошалить, попеть и потанцевать. И, конечно же, не забыли принести с собой подарки. Таким необычным способом поздравили с праздником многодетной семьи сотрудники Территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста и представители БРСМ. Этот день для нас особенный, потому что дети – это наше будущее. И мы хотели бы, чтобы наше будущее было счастливо, было уверенно, а родители всячески воспитывали детей из расчета того, чтобы в будущем они принесли обществу пользу. Это, по-моему, хорошая, славная, зарождающая традиция у нас в преддверии Дня защиты детей – поздравлять многодетных семей, тех семей, которые воспитывают детей, для того, чтобы подчеркнуть статус семьи у нас в стране. Всего в этот день необычные герои заглянули в гости к малышам из нескольких многодетных семей. Все они принимают активное участие в творческих инициативах территориального центра. И хотя это была лишь первая подобная акция, планируется, что она станет традиционной.